Можно сделать. Здесь такой вот. Нет такой? 450 грамм. Это как контрольный. Согласен. Тут мы проверяем весы на кухне. Это перец здесь. Что сделать? А, перец. Сколько? 236. Сколько? 445. Есть разница? Да. Когда же согласен, да? Дальше идем. Один и восемь. Сколько там? Сейчас, минутку. 2,040. Разница есть? Угу. Согласен. Покажем. А вы на какой кассе брали? Угу. Это что тут? Ты дома пришел? Это лимон? А вот они. То есть на каждом товаре 150-200 грамм. На каждом. Угу. Это? Нормально. Конфеты. Сейчас упадет. Что будем делать? На какой кассе это, Сергей Михайлович? На какой кассе было? Вот на этой, говорю. На вот этой? Да. Макс, подожди, я не продолжу. На эту кассу пройдем. Подождите, сейчас он откроет же. Ладно. Оно не открывает. Не открывает? Ну не давайте. Открывает. Давайте взвешиваем. Здравствуйте. Сколько здесь? 175 грамм. Сколько на чеке? На чеке сколько? 380. Почему так получилось? Почему такая разница? Так, давайте. А кому вопросы будем задавать? Вопрос, вы же? Это ко мне, понятно. Так, Макс, давай. Почему так получилось? Молодой человек. Ну, объясните. Давайте сейчас приостановим ту кассу, на той кассе проверим. Давайте. Давайте на другую. На 200 грамм вас обманывают. Везде прописано. На каждый товар 200 грамм, 150 грамм идет. Давайте, пока. Эти же. Это чья касса? Эти же, давайте. Поверьте на эти. Подожди, если возьмите. Сто семьдесят пять. 175. То есть что? Почему так нас? Нет. И здесь 175, и здесь 175. Здесь почему? А почему здесь так-то? Почему такая разница идет? Да какая разница, где конфеты? Что лежит еще на весах, когда вы отпускали людей? Не помню, не лежит, а вот на весах ложу. Так здесь же то же самое. Ничего не лежало, то же самое показывает. У вас каждые весы. То есть у вас весы каждые на 200 грамм, на 150 грамм больше. Понимаете? В смысле не соответствует. Показываю. То есть контрольные весы показывают. Правильно? Нет, а так оно это... сейчас столько и показывает, сколько на контрольных. Нет, здесь. Нет, да. Здесь да. Здесь да, эти да, весы. И здесь, и а вот здесь сейчас оно 175. Почему здесь? На чеке, на чеке почему? Почему на чеке? Почему на чеке? Показывают это одинаково, а чек выбивает другой. Почему так-то? Вот он написал.
Делай возврат этому всему. Давайте перевести все пока, потом мы будем дальше разбираться. Аннулируйте, делайте возврат полностью. Не, я товар возьму, он не просто... Нет, я понимаю, вам сейчас просто все это аннулируют. А так как помню? Пока не работает ничего. Да, работает. Вас обманывают на весах. Убрать? Конечно. Не соответствует. Либо... Ну что так получается? Понятия не имею. Да? Задавай вопрос. Это неправильно. Это чек нам дайте. Она нам чек, наш, это наш. Чек, да. Не надо, это мы. Это чек наш будет. Дайте, пожалуйста, нет, который. Вы или к серти, а это наш будет. Нет, понятно. Так, сколько сейчас у нас здесь? Еще не знаю. 56. Кило 585. А здесь у нас? 795. А почему так сейчас сразу стало, когда мы обратились? Я не могу понять, почему как так быстренько 200 грамм ушло? Ну как откуда знаю? Ну только что. Это же система, это все, вы думаете, у нас дура контрольный отчет, у нас приходит. Хорошо. Все. А вот брат на карточку уже пошел или нет? Да, он пойдет. Он через время пройдет. Кило 100, а у нас здесь морковка. Морковка. А здесь? Кило 305. Ну, здесь, на 200 грамм. Здесь да? Кило 100. На 200 грамм. Да. Да, 235. Сейчас. А 400? 45. Да. 984. Сколько? 984. Сколько платить? 1984. То есть 984. 300 рублей. 300 рублей. Молодцы. Все пробил. Мы этот чек заберем. Да, конечно, заберем. Пусть открывают у нас. На
уже там.